Этот банный комплекс на Семена Середы пользовался у граждан особой популярностью. Сейчас он закрыт, и данный факт не перестает волновать рязанцев. Помещение требует косметического ремонта, а часть оборудования пришла в негодность. Прежний арендатор ООО «Банный сервис» не особенно заботился о состоянии комплекса. Власти по решению суда расторгли соглашение с ним. Муниципальное предприятие МКЦ занялось приемкой имущества и проверкой оборудования. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, к любителям бани, развеять все слухи про то, что баня никогда не заработает, что здесь не ведутся никакие работы. Хочу вас уверить, что в настоящее время муниципальное предприятие, муниципальный коммерческий центр ведет все работы согласно федерального законодательства по выбору арендатора. Арендатор определится уже в этом году, в конце этого месяца. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. В мужском и женском залах сделают косметический ремонт, заменят мебель, отремонтируют техническое оборудование или модернизируют его. К этим работам приступят сразу после оформления необходимой документации. Еще хотелось бы отдельно отметить, что социальную направленность банный комплекс не потеряет, а наоборот только будет расширять спектр услуг, временные отрезки, где люди, имеющие льготы, да, смогут воспользоваться банным комплексом. Его направленность будет ориентирована на, повторюсь, любителей бани, на семейный отдых и на здоровый образ жизни. Андрей Михно, курирующий работу муниципального коммерческого центра, рассказал, что бани на улице Семена Середы откроются в начале весны 2021 года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».